Чистая своя Матери и всех святых помилует и спасет нас и поблагодарит человека любовь. Аминь. Дорогие братья и сестры, братья казаки, сестры казачки, дорогие организаторы этого замечательного мероприятия, хочу передать вам благословение митрополита Старопольского и Невинномысского и пожелать вам, чтобы эти дни, драгоценные дни, которые вы проведете в этом лагере, в казачьем лагере, не прошли для вас зря, а чтобы вы научились, приобщились, прежде всего, к казачьей культуре, к православной вере, взяли пример со своих наставников, которые с вами занимаются, научились взаимовыручке, настоящему такому мужскому, казачьему характеру. Были помощи вам всем. Спасибо.